Вы из военных? ЦКЗ? Наконец-то я вас нашел. Связь пропала, и наши опасались худшего. Нас отправили в карантинную зону. Я из группы эвакуации. То есть был. Рация уже давно молчит. Наша задача вытащить вашу группу. И я это сделаю. Если вы не против. Все чисто. Вот возьми. Беги наружу, подай сигнал. Беги скорее. Уходи. Повезет. Осталось 0 кредитов. Для продолжения вернитесь в игровое лобби. Ты уронила. Мне на лицо. Чехол треснул. Фирма не несет ответственности за собственность клиентов, принесенную для ускорения погружения. Ответственность за поломку, пропажу или кражу несут пользователи. Ты сама подписала отказ? Алан! Ух ты, тортик! У кого день рождения?
Фух, вау, это было мощно. О, хо-хо-хо. Так ты Чешир? Или Чешар? Чешир? Я не... У тебя ранг выше, чем я думал. Нет, не думай, пол тут ни при чем. Нет, я люблю... Люблю девушек. У меня нет девушки, но мне нравится, не бойся. Это я с тобой играл. Я Рональд Рейган. Рейган, ну... Солдат Латинос. Это было круто. Невероятно круто, правда. Проходить уровень без оружия – это очень круто. Я много практиковалась. Практиковалась? То есть часто умирала? Ведь без апгрейда оружия уровень не пройти. Что посоветуешь новичку? Помалкивай, не высовывайся и беги. Помалкивай, не высовывайся и беги. Нет, я про схроны с оружием. Ты не знаешь, где спрятан РПГ? Да, добавили золотую пушку. Не знаешь, где она? Может, сыграем? Еще раунд. В эти выходные скидка. 2 по цене 1. Не могу, на работу пора. Одолжи телефончик. Мамочке позвонить. Ну, почему я так близко подсел? Ну, каждый раз одно и то же. Ты их отпугиваешь, клеишься. Идиот. Помалкивай, не высовывайся и беги. Помалкивай, не высовывайся и беги. Ребята, у мистера Вудсли сегодня очень болит голова. Поэтому мы не будем шуметь и проверим домашнюю работу. Убрать телефоны. Барбара? Спасибо. Я все выучила, мистер Вудсли. Рассказать, как вычислить площадь прямоугольного треугольника для всего класса? А в третьем параграфе есть еще одно объяснение. Тим, расскажи про треугольники. Ладно, все. Что вы хотели? Дети, лето закончилось. Еще раз прошу вас, сосредоточьтесь на учебе. И не вынуждайте меня. Тоска зеленая. Марк? Джеймс. Повторяю, я мистер Вудсли. Расскажи про треугольник. Мы же это вчера проходили. Ну, а я уже забыл. Да, ты забыл, потому что завис в телефоне. И что? Если надо будет, загуглю. Нет, 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 ты не сможешь. Смогу? Не сможешь, потому что интернет не всегда будет под рукой. Да. Нифига.
Техника не так надежна, как 5 лет назад. Кажется, что там есть ответы на все вопросы. Но не думайте, что интернет выручит вас, когда действительно припрет. Особенно учитывая то, что происходит. Ну ладно. Ребята, все эти ваши игры, приложения, выключи. VR, RPG, ретро-стрелялки и бла-бла-бла-бла-бла. Это все не поможет вам в жизни. Нет, вы дальше экрана ничего не увидите. Что? Если вы так и будете пялиться в телефоны, ничего не запоминая, вся жизнь пройдет мимо вас. Кто знает, когда вас озарит вдохновение? Когда я преподавал английский на Гаити, дети жадно ловили каждое мое слово. Они тянулись к знаниям. Это скука смертная. Привыкай, козявка. В прямоугольном треугольнике один угол равен 90 градусам. Чтобы запомнить, запомните, что прямой угол – мой возраст – 30, умноженный на 3, будет 90. Просто, да? Тридцатник? Сколько? 30? Вам 30? Вы женаты? Нет. Нет, я не женат. Но сейчас не 90-е, можно не жениться. Но можно было найти работу получше. У него даже девушки нет. Нет, у него парень. О, нет. Я думал, в телефоне сидеть нельзя. Это форс-мажор. Это форс-мажор, Тим. По-моему, он не... Будем реалистами. Это случилось, потому что мы потеряли контроль над интернетом. Но начинается. 96% так называемой всемирной паутины недоступны ни в поисковиках, ни в обычных браузерах. Они не контролируются, это рассадник. Криминальная активность в Даркнете лишь часть. Контрабанда, детская порнография. Я не могу один принять это решение. Мне нечем платить. Конечно, то, о чем вы говорите, существует. Но это лишь небольшая часть онлайн-экосистемы. Папа? Да, потому что он ее ох как любил, когда жил с ней. Сама ему позвони. В последние 20 лет это катастрофа. Да все зло этого мира может быть связано с... Да заткнись. Лиза, я не говорю, что нужно сделать это сегодня. Я... Ведь речь идет о качестве жизни. Я хожу к ней каждый день, а ты нет. Я эгоист? Я вернулся домой, чтобы ты не переезжала. И я эгоист? Очень по-взрослому. Желаю вам, с Тедом и детьми, хорошего отдыха. Передай маме привет. Вот дрянь. Спасибо. Ну, хоть что-то хорошее. Ее кишечник перестал абсорбировать пищу, кормим ее через капельницу. Придется подключить ее к ИВЛ. Скажите, есть вероятность, что она придет в себя, пусть и ненадолго? Такое случалось. Но все равно. Поздняя стадия Альцгеймера. Приятного мало. И по медицинскому завещанию вы можете отключить ее через 15 дней. Вы говорили с сестрой? Она не может принимать решение. А я не хочу делать это без нее. А если я поговорю с ней? Давайте. Но Лиза хочет подождать до возвращения с Гавайев. Не хочет портить детям отдых. Она уязвима для пневмонии и других инфекций. Я оставлю ее на ИВЛ, но для нее это мука.
Вам нельзя тянуть с решением. Соболезную, Джеймс. Проводишь дополнительные уроки? Да уж лучше сдохнуть, чем вернуться туда. Пожалуйста, давай сменим тему. Откуда ты знаешь, что это не розыгрыш? Я была так и подумала, но Итана найти легко. Его они знают. Но мои фанаты слишком тупые и обдолбаны, чтобы искать тебя. Она пропала полгода назад. Я отправил тебе статью. А что полиция? Департамент сегодня хакнули. Они отвечают только на важные вызовы. Велели обратиться через неделю, когда сбой устранят. Видимо, исчезновение — это не важное дело. Очень обнадеживает. Эй, ау, Джеймс, у тебя Wi-Fi глючит? Да нет, просто... Странно, полицию Мадисона тоже взломали. Ну, Лос-Анджелес во всем первый. Но что будем делать с Молли? Мы почти не общались. Почему она пишет мне спустя столько лет? Вы фоткались на выпускном? А еще в день выпускного пошли на свидание. Может, она в тебя влюбилась? Это было 10 тысяч лет назад. Да все это просто бессмыслица. Ничего не понять. Почему никто не знает, где она? Я не знаю, где я. У Зака была наколка. Матерь скорбящая. Что? В рассказе указаны реальные места и вещи, которые мне знакомы. Например, у этого Зака татуировка, как у меня. Он лежит в той же больнице. Стой. В моем рассказе тоже есть Зак. Черт, точно, у него дебильная тату, как у тебя. Ну, спасибо. Ну, извини. В любом случае, больница, в которой он лежал, находится в Техасе. Я там был. Когда мама заболела, я сначала положил ее туда. Мы в Техасе. Молли живет в пригороде Далласа. Лечебно-восстановительный центр «Мать скорбящая». Итак, это в Абилене, штат Техас. От Далласа 2 часа пути. Как она узнала о маме? Сэм, она назвала полное имя татуированного? Салливан. Зак Салливан. Нашла. Он в друзьях у Молли. Оу, вам стоит взглянуть. Вот, слушайте. Государственный служащий Зак Салливан арестован 10 декабря за нарушение порядка у здания Министерства национальной безопасности в Далласе. 100-пудово. Зак в твоей больнице в Абилене. Может, он знает, где она? Но к чему все эти загадки? Почему нельзя сказать, где она или что происходит? Она не может. Она сказала, что не одна. Да, наша Нэнси Дрю ей ответила. Я его предупреждала, но, взяв след, он никого не слушает. А если она не может раскрыть, где находится? Может, за ней следят? А может, и за нами. Не впадай в паранойю. Что ты делаешь? Матерь скорбящая, с кем вас соединить? Да, здравствуйте. Я бы хотел поговорить со своим дядей. Он ваш пациент, Зак Салливан. Ваш дядя просил никого с ним не соединять. Извините. Но он у вас? Можно его на секунду просто поздороваться? Простите. Всего хорошего. Ладно. Надо поговорить с этим Заком. Согласен. Джеймс, когда ты сможешь приехать? В Техас? Ребята, у меня сейчас большие проблемы. Давайте лучше дождемся полиции. Вряд ли это возможно. Она явно выбрала нас. Да, и вряд ли уже отстанет. Я каждый час получаю письма. Помоги, ты мне нужна.
Это крик о помощи. Мне пришлось оплачивать мамины счета. Я с трудом оплатил жилье. При всем желании я не наберу денег на билет, чтобы потом... Просто поверь мне. Я понимаю, что тебе не до этого, но у нас просто нет выбора. Мы должны найти ее. Тут что-то серьезное. Похоже, ей больше не к кому обратиться. Если она в беде, простишь ли ты себе, что даже не попытался ей помочь? Будет весело, как на встрече выпускников, на которые мы не пошли. Семь, три, звездочка, 9, 0. Собака, 6, решетка. Сохрани. 7, 3, звездочка, 9, 0. Собака, 6, решетка. 7, 3, звездочка, 9, 0. Собака, 6, решетка. Сохрани. 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 See the sun.